Когда во дворе красиво и уютно, строительные работы на придомовой территории по адресу Лежневская, 207 идут полным ходом. Преобразить местность удалось благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Через месяц стройтехника уедет, а двор превратится в удобное для жильцов общественное пространство. Здесь будет спортивная площадка, здесь будет игровая площадка, дополнительное количество игровых элементов. Здесь будут дополнительные парковки, восстановление проездов и озеленение. Жильцы в первую очередь просили оборудовать двор подъездными путями и дополнительными парковочными местами. К уже существующей детской площадке добавят игровые и спортивные элементы. Кроме того, установят несколько скамеек и урн. Не забыл подрядчик и про зеленые зоны. Двор украсят кустарники и газоны. Данный проект на данных придомовых территориях, как бы волеизлияние жителей. Жители предоставили проект, согласно которому была составлена смета, и на данный момент производится работа. Общая стоимость благоустройства почти 4,5 миллиона рублей. Львиную долю средств выделил федеральный бюджет. Жильцы внесли менее процента – 35 тысяч рублей. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.